Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции Вирука следующая: пронизывающие боли живота. Итак, мы знаем, что это очень неприятное ощущение, очень болезненное, но здесь есть такой своеобразный подвох. Точка располагается на уровне пупа, но не пупа, у нас проходит тонкий кишечник и все кишечники. И нужно знать, что причем здесь почки и живот. Вот сейчас мы найдем, давайте найдем связь, чтобы вы поняли меня более проще. Итак, живот — это иньская энергия, спина — это яньская энергия. Либо иньская сторона — это живот, спина — это яньская сторона. И когда у человека начинают боли на иньской стороне, то практически можно сказать, здесь участвует что? Разбалансировка иньской энергии. А мы знаем, что почки, либо меридиан почек, относятся к инь. И, скажем так, помощь нужно искать, как ни странно это звучит, в иньской энергии. Если у человека, что частенько пронизывают боли живота, пронизывающие боли. Что такое пронизать? Ну вот, возьмите нитку с иголкой, вот, и вы поймете, что такое пронизывающая боль. Она проходит, боль начинается на животе и проходит сквозь человека, скажем так, хорошо, если она выходит. А если она не выходит, не, то есть задерживается у человека, то это еще более болезненно. Человек начинает на себе, скажем так, испытывать. Итак, в чем искать подвох? Мы уже знаем, что почки контролируют желудочно-кишечный тракт. Потому, если почки, меридиан, слабы, вялы, то он может за собой потянуть вялость и слабость поджелудочной железы. Почему тут, какую роль играют тут кишечники и поджелудочная железа? Поджелудочная железа инь, почки инь. Но мы знаем, что кишечник еще контролирует меридиан, то есть орган меридиан печени. Печень тоже относится к инь. И вот этих три иньских органа, если они слабые, вялые, либо воспалятся, то животу не сдобровать, кишечникам не сдобровать, боли будут, скажем так, нестерпимы. И чтобы прекратить эти страдания человека, необходимо что? Знать группу точек, которые мгновенно могут помочь при пронизывающих боли живота, потому что они очень болезненные, оставляют очень негативный, скажем так, от себя след. И точка R16 Хуан Юй, что всегда применяется при болях, пронизывающих в области живота, как при острых, так и при хронических. Здесь мы скажем, так как желудочно-кишечный тракт контролирует все 12 меридианов, диагностика 12 меридианов все-таки необходима, дабы знать, в каком состоянии общий энергетический баланс. Если он воспален, то данную точку нужно что? Расслаблять. Если общий энергетический баланс слабый, вялый, то данную точку что? Нужно восполнять. Ну, а вообще на первом этапе при болях, скажем так, острых, пронизывающих в области живота, что можно? Массажировать данную точку против часовой стрелки массажными движениями. Мы это покажем в одном из наших видео. Спасибо за внимание.